Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу поговорить с вами про одну интересную вещь, которую недавно увидел в магазине и сразу же приобрел. Ну и также хочу показать, друзья, необходимый набор, который я с собой беру на рыбалку или куда-нибудь в турпоход, если ухожу более суток. А даже если на полный день уезжаю с самого раннего утра до позднего вечера, то тоже с собой обычно беру хотя бы две баночки: кашу рисовую, кашу перловую со свининой в рюкзак, чтобы у меня это было, особенно если еду куда-то за грибами или хожу по лесу. Всякое может быть, да и на рыбалке всякое может быть. И машина может сломаться, заблудиться где-нибудь. Ну и в рюкзаке у меня всегда лежит две баночки, хотя бы с кашей. Если ухожу больше суток, то добавляю еще всегда банку тушенки и банку сгущенного молока, чтобы это было в рюкзаке. Веса много это не занимает, около килограмма, но даже перекусить, хотя я с собой беру еще помимо этого небольшой легкий перекус, ну, килограмм это не вес. И недавно увидел в магазине довольно интересную вещь. Вот в такой вот баночке мужские носки. Тоже прикупил несколько банок. Одну сейчас откроем, продемонстрирую вам. Но так подумал, что кинуть в рюкзак, она практически вообще ничего не весит. Кинуть в рюкзак, пусть лежит, и у меня будут всегда сухие носки. Если идти в долгие походы, ну даже если ехать на машине куда-то, то сапоги, берцы у меня всегда с собой. Если вдруг ноги промокнут, можно всегда вскрыть данную банку и поменять, одеть сухие носки. Сухие ноги – это, как говорится, залог тепла. Вот такие вот интересные носочки, такая интересная банка, упаковка. Ну, скорее всего, это создавали даже больше, чем для подарков, но любую вещь можно использовать по более хорошим предназначениям. Ну вот, друзья, вот так вот упакованы в банке носки. Ну, носки, конечно же, берете под свой размер. Как бы мне вот сразу, как увидел, понравилось, взял. Я так подумал, что у меня лишним не будет. Да и прикольно даже кому-то подарить из друзей, кто занимается рыбалкой, походами. Но подарок интересный, своеобразный. На этом, друзья, буду заканчивать. Буду рад, если кому-то показал довольно нужную вещь, кому-то понравится, вы приобретете. Ну, так же, как и я, кинете себе в машину, в рюкзак. У вас всегда были сменные носки в непромокаемой герметичной упаковке. Все, друзья, всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До свидания.